Вот, ребята, смотрите, из-за попадания влаги, что бывает? Попадание влаги было вот здесь. Выгорел полностью весь... Вот сейчас я сфокусирую. Включу подсветку. И увидите. Вот, видно, как все повыгорало. Собственно, дай бог, чтобы с платой ничего не было дальше, потому что он запитан как бы тут напрямую. Этот блютузик. Короче... Будем сейчас снимать его и разбираться. Короче, вот такая вот хрень. Даже поближе сейчас сниму, как выгорает. Вот. На самом деле они нахрен не нужны, эти Bluetooth игрушки. Ну, вода попадала, видно. Покатались, походу. Вот, видно все. В грязи. Все эти платы надо скрывать лаком. Поэтому при покупочке... Скрывайте лаком, разбирайте или просите тех, кто продают. Вот, конечно, вот тут слабенькое еще место у него видно, да? Вообще ерунда. Где тут вот толщина слабенькая. Так что буду сейчас разбирать все, чистить, вычищать, скрывать лаком и ставить новый Bluetooth, если человеку нужен. И все. Ладненько, все. Спасибо всем. До новых видео!